Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня видео из магазина FixPrice в городе Ростов-на-Дону на улице Сарьяна. Совершенно случайно оказалась в этом магазине и решила снять для вас видео. В этом видео самые полезные новинки. Также покажу, что понравилось, что не понравилось. Смотрите это видео внимательно до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Новинка в отделе «Все для праздника» – шар воздушный, декоративный. В наборе идет шар, изготовлен он из термопластичного эластомера и липкая лента. Шар в надутом состоянии диаметром 45 сантиметров. Такие шары отлично подойдут для декора и создадут праздничное настроение. Если их наполнить гелием, то они будут парить в воздухе. Нашла несколько вариантов. Вот такой сиреневый в полоску. Золотые точечки, как будто конфетти. Прозрачный с белыми перьями. И последний вариант – голубая полоса. Цена одного шара 99 рублей. Также для праздника отлично подойдут бумажные шары-помпоны. В наборе их 3 штуки диаметром 20 сантиметров. В этом магазине 4 разных цвета. Цена 79 рублей. Большой набор воздушных шаров для создания праздничных декораций. В наборе их 52 штуки. Состав латекс, полиэстер и полистирол. В набор еще входит лента-фиксатор и лента-тесьма. Подробная инструкция, как собрать композицию. Два варианта на выбор. Более нежный вариант и более яркий. Цена 249 рублей. Очки для чтения с готовыми стеклами. Есть разные диоптрии. Разные варианты. Цена 249 рублей. Игрушка-конструктор «Лабиринт с шариками» от марки Play the Game. Идет в красивой подарочной упаковке с ручкой. Рассчитана для детей от 3 лет. Способствует развитию логики. Имеет множество вариантов сборки. Запутанные треки с крутыми виражами. 53 детали в наборе. А также домино, которое можно сбивать шариками. Пластик выглядит качественно. Детали изготовлены аккуратно. Такой конструктор стоит 349 рублей. Настольная игра «Шахматы». В наборе идет игровое поле, изготовлено оно из плотного картона, и 32 детали, а точнее фигуры шахмат. Изготовлено в России из пластмассы и картона. Цена 99 рублей. Жидкое мыло от Камэй называется «Люстри». В составе имеет смягчающее масло, имеет утонченный аромат малины и лепестков фрезии. Удобный дозатор, объем 240 мл, цена 79 рублей. Есть второй вариант, который называется «Мелодик», с изысканным ароматом лепестков магнолии и ирисом. Также стоит 79 рублей. Изготавливают такое мыло в России. Туалетное мыло от марки «Весна» с жасмином и кокосовым молочком. Имеет легкий цветочный кокосовый аромат. Изготовитель находится в городе Самара. 140 граммов, цена 59 рублей. Набор от марки «Весна» – крем-мыло, олива и миндальное молочко. 4 кусочка 75 граммов, общая масса 300 граммов, цена 99 рублей. Запах у мыла очень приятный, пахнет миндалем. Новая линейка спреев для волос от марки «Лекор». Естественная фиксация без утяжеления, плотность и сияние. Содержит органовое масло, кератин и экстракт миндаля. Сочетает в себе 7 полезных свойств. Следующий вариант зеленого цвета – солевой. Подходит для всех типов волос. Содержит провитамин В5, экстракт ламинарии, экстракт хлопка. Создает эффект пляжных волн, легкий объем и укрепление. Внимательно читаем состав и действия. И третий вариант ярко-оранжевого цвета, термозащита и блеск с кератином, протеинами шелка, комплексом масел. Защищает от высоких температур и ломкости, создает гладкие шелковистые волосы. Этот содержит силиконы, протеины шелка, масло ши и масло кокоса. Все спреи почти прозрачные. Наносятся способом распыления и смывать их не нужно. Большой объем 300 мл, цена 79 рублей.
Под прошлым видео был вопрос, есть ли настольные зеркала. Вот такое двухъярусное, двухстороннее, с двукратным увеличением 249 рублей. Следующее зеркало в виде кошечки. Оно сгибается, и с обратной стороны есть шкатулка 199. Двустороннее зеркало с подставкой 249 рублей. Настольное с подсветкой 199. Еще один вариант со шкатулкой 149 рублей. Настольное по акции с ушками. Два вида еще вот такие тоже с ушками 199 в виде телевизора и зеркало настольное поворотное классическое. В отделе все для сада муравьед эко 120 граммов. Средство гранулах для уничтожения рыжих домовых различных видов садовых муравьев. Цена 149 рублей. Средство для подкормки растений называется вермикулит. Содержит магний, железо, калий и другие полезные вещества. Подойдет для декоративных растений и цветов. Экологически чистый продукт. 2 литра. Цена 79 рублей. Интересная новинка от марки «Народные рецепты». Это гидрогелевая маска для лица. Первый вариант – омолаживающая на гидролатах винограда и граната. Мгновенный эффект за 10 минут. Разглаживает морщины. Содержит стволовые клетки яблока, зеленый кофе, экстракт лаванды и коэнзим Q10. Подробное описание и эксклюзивную формулу можете почитать на обратной стороне. Объем 38 граммов. Следующая маска питательная. На гидролатах персика и оливы. Глубоко питает, восстанавливает, содержит масло льна, экстракт хлопка и розы, а также витамин Е. Подробное описание и действие, и также состав. Тонизирующая на гидролатах ромашки и лаванды. Содержит масло зародышей пшеницы, экстракт женьшеня, пептиды коллагена и L-аргинин. Используйте такую маску регулярно, и ваше лицо навсегда останется молодым, красивым, свежим и невероятно притягательным. Лифтинг-эффект на гидролатах розы и жасмина, масло черной смородины, экстракт базилика, мелиссы и гиалуроновую кислоту. Глубоко увлажняет и заполняет морщины изнутри. Содержит множество полезных компонентов. Маска состоит из двух частей, упакована в пленку. Нанести маску на чистое сухое лицо. Разгладить по коже, чтобы она равномерно легла. Через 10 минут аккуратно ее снять, а остатки сыворотки можно втереть в кожу легкими массирующими движениями. Для наилучшего результата используйте 2-3 раза в неделю. Маска имеет специфический цветочный аромат. Мне ее не хватило в зоне лба и плохо прилегает к носу. Немного смягчила кожу лица. Цена таких масок 59 рублей. Посмотрим с вами, что появилось нового в канцелярии. Тетрадь общая в клетку на спирали 48 листов. На обложке тиснение фольгой. Тетрадь в клеточку, размер А4. Нашла 4 разных варианта, цена 99 рублей. Также в наличии тетради в клетку А4 96 листов. Цена такая же, 99 рублей. Универсальное средство для мытья посуды называется капля с ароматом яблока. 450 мл, цена 79 рублей. Производитель торговая марка «Весна». В этом магазине средство для мытья посуды с бальзамом «Фрепс» с ароматом апельсина и мяты. Удаляет жир даже в холодной воде. Не травмирует кожу рук. 1 литр стоит 99 рублей. Два вида чистина. Это универсальное средство для мытья полов. Есть нежная роза и аромат цитруса. Идеально для ламината, линолеума, паркета, дерева, плитки и прочих водостойких покрытий. 1 литр, цена 79 рублей. В этом магазине есть прокладки Котекс. Мягкие, Нормал, 20 штук, стоят 199 рублей.
Также в наличии натурелла 10 штук 149 и ночные 149 рублей. Три вида прокладок от марки Ола. Есть ежедневные без аромата, 70 штук стоят по карте 120 рублей, без карты 149. И два вида ароматизированных, золотистая лилия и лепестки акации, 127 рублей 80 штук. Влажная туалетная бумага Аура Комфорт, 120 штук с экстрактом ромашки, стоит 79 рублей. Влажная туалетная бумага Аура Ультра Комфорт, современное средство гигиены, незаменимо для дома, в поездках, на работе и на отдыхе. Она создана из мягкого материала, который подойдет даже для самых нежных участков кожи. Содержит экстракт ромашки, который бережно очищает и увлажняет кожу, а также оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие. Может использоваться как самостоятельно, так и дополнительно к сухой туалетной бумаге. Не содержит вредных красителей, спирта и силиконов. Есть еще второй вариант с алоэ вера. Рядом еще лежит эконом смарт. Это тоже влажная туалетная бумага, 80 штук, 79 рублей. И третий вариант — солнце и луна, 72 штуки, для детей 79 рублей. Штора для ванны от марки Bath Republic, 180 на 180 сантиметров. Изготовлена из ПЭВА и полипропилена. На упаковке указано 4 разных варианта. В наборе еще идут кольца. 4 варианта в наличии, цена 99 рублей. Клейкая двухсторонняя лента, ширина 3 сантиметра и длина 1 метр. Многоразового применения, легко удаляется, не оставляет следов, изготовлена из прозрачного материала. Лента многофункциональная, подойдет для того, чтобы приклеить картины к стене, либо приклеить коврику, чтобы он не скользил. Состав акрил полипропилен ПЭТ, стоит 79 рублей. Сель тихоокеанская, жирная в желе, от торговой марки Доброфлот. Сверху есть ключ, которым легко будет открыть банку. Сделана в море. Состав — сель тихоокеанская, соль поваренная пищевая, перец душистый и желирующая заливка. Перец черный, лавровый лист. Читаем, где произведена. П08. Это плавбаза Всеволод Сибирцев. Рыбы в банке большое количество, маленькие и большие кусочки в желеобразном соусе. Запах рыбный натуральный, сель действительно жирненькая. А теперь два отрицательных момента. Она очень быстро распадается, буквально тает во рту. На мой вкус она переварена и пересолена. Но как вариант можно использовать для салатов, солить его тогда не нужно. Или для бутербродов. 260 граммов, цена 59 рублей. Хлебные палочки Салтец с солью, 70-75 граммов, цена 19,60. Чипсы цельнозерновые от Доктор Корнер. Аромат — нежный сыр без глютена, 40 граммов, цена 29,50. Арахис сенсой в глазури васаби, 42 грамма, цена 33 рубля. Пришло два вида зубных порошков в готовом виде на белом угле и в готовом виде на черном. Содержит природные компоненты, которые отбеливают зубы. Имеют натуральный состав. Масса 45 граммов, цена 59 рублей. Шоколад молочный Милка с начинкой миндаль и лесные ягоды, 85 граммов, цена 59 рублей. Мармелад Фрутелла Звери Микс, 150 граммов, цена 59 рублей. Натуральный вкус и натуральный цвет. На кассе можно приобрести батарейки GP Ultra 3A. От продажи этих батареек 2 рубля идет детям. Такие батарейки сохраняют энергию до 10 лет. Они щелочные, алкалиновые, цена 199 рублей. Органайзеры и посуду покажу вам обзором. Кстати, купила в прошлый раз вот такой мультибокс за 149 рублей. И немножечко уронила, и он сразу разбился. Вот эти вроде бы покрепче, за 249 рублей. Пластик попрочнее. Так выглядит отдел с кружками. Большое количество сервировочных блюд. Форм для выпечки, салатников.
И с этой стороны есть графинчики, формы для выпечки. Наверху тоже очень много товаров. Ножи, весь ассортимент, который я тоже уже показывала. И вот такие наборы емкостей. Две штуки стоят 99 рублей с металлическими крышками. Также есть подставка под ложку. Если не смотрели еще это видео, проходите, посмотрите. Она на заставке. Также есть половники, лопатки кухонные из новой коллекции, лопатка для блинов. Здесь есть еще силиконовые коврики, этажерка двухъярусная, баночки. Спасибо, что провели это время со мной. Я надеюсь, вам видео понравилось и было полезным. Ставьте лайки, поддерживайте его пальчиком вверх. А если нравятся такие видео, то подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и тогда вы будете получать уведомления о моих свежих выпусках. А если хотите еще больше информации, проходите в мой Дзен и Телеграм-канал. А также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем желаю отличного настроения, душевного тепла и крепкого здоровья. До следующего выпуска. Всем пока-пока.